справедливо абсолютно. Понимаете, ведь мы, то, что я посмотрел доклад Макларена, понимаете, если делается заявление, должен показаться документ. Правильно? Наверное, вскрыта проба, покажите, где документ, где заключение, значит, комиссии и все остальное. Не было ни одного документа. Я далеко не исключаю политическую подоплеку в этом плане. Она видна во всех направлениях. Американцы заявляют, понимаете, вот мы там Россию лишить, англичане. Когда 6 лучших спринтеров мира, американцев, лишили медалей и дисквалифицировали, мы в их адрес не сказали ни слова. Я бы американцам сказал так: за океан не перелетать. Соревнуйтесь у себя в Соединенных Штатах Америки, так как вы помните Мэриан Джонс, у нее были проблемы. Вот, да, можно приводить десятки случаев. Но ведь второй вопрос, самый главный, когда в 2010 году Жак Роге направил на пресс-конференции Медведеву, президенту, это нонсенс был. Просит президент МОКа, просит президента России разобраться с российским допингом среди спортсменов. Понимаете? Какая произошла реакция? Никакой. Мы пошли дальше, больше, больше и больше. Чего-то хотят добиться вот этим отстранением.